Итак, мы в прямом эфире. Сегодня последний день курс на бизнес. Наташа, привет. Что происходит здесь? Здесь происходит прототипирование. Ну как прототипирование? Ребята просто наживаются незаконно на людях. Хотя, вон, смотрите, у них какие вещи. Вот, все написано, все готово. Ребята учли все ошибки стритфуда. А тут несколько номеров. На какой? Тут карта и телефон. И все это, внимание, все это пожертвование. Добровольное. Да. Всеволод, я не вас снимаю, а картинку. Всеволод, я не вас снимаю, спасибо. Я тоже хочу немножко славы. Слава есть тут? Сева хочет. Ребят, сколько уже продали? Не знаю, может, когда 10. Да. В смысле? У вас же очередь была. Нет, вот так. Может, чуть побольше. 13-15. Ну, хорошо. Я могу сразу оптом купить несколько кружек на весь день. С одним портретом? Или он должен показывать твое изменение в течение дня? То есть можно заказать сериал? Настроение, да. Часы. Артемий Алексеевич П. Да. Готов. Понеслась копилочка. Артемий Алексеевич, сразу две кружки, пожалуйста. Суть-то этого проекта не в том, что ребята кофе дают. Они кофе-то дают. Они же дают еще и кофе, и память. Я тоже оплатил, так что можете готовить. Я тоже оплатил. Альтернативное есть молоко? Да. Нет, да? Да, есть. Серьезно, есть альтернативное молоко? Да. Альтернативное чему? Альтернативное коровьему молоку. И это очень круто. Во время поста и для тех, у кого аллергия на молоко. Действительно. Вы, да? То, что это не отказывайте себе ни в чем во время поста. Так звучит твой лозунг. Только сам ответит. Ребят, это очень круто. Спасибо вам реально, то что... Вам спасибо. Как красиво. А цена не меняется в связи Нет. с этим? И цена не меняется? Фишка. Это я! Это лимонная форсунка. Похоже, кстати. Все, мы пошли пить кофе, ребята. Пока. Я